письмо. Мой сын пишет, автор письма, мой сын проходил тесты перед первым классом. Даже там уже это угробище работать начало. Условия задачи. За высоким забором бегали собаки. Когда они убежали, осталось 8 следов. Я не могу этого себе представить, сразу говорю. Вот сколько было собак. Мальчик, не думая, сразу ответил, если собаки бегали, следов осталось больше. Преподаватель завис в этом ответе, потому что этого не предусмотрено было. И сказал мальчику, что он не готов к логическому мышлению, к мыслительному процессу. Замечательно пишет его папа. У меня вопрос к преподавателю. Когда он пойдет домой, сколько следов останется от него?